Ну и что? Как думаете, кто там может быть? Может, там лютый чувак? Верзила, вот и держит его хейтер в камеру. Только так и даете пощаду. Я думаю, там девушка. Красивая такая, боевая, смертоносная девушка. Уничтожает хейтеров всего лишь одним движением руки. С красивой прической, с красивой талией, с красивой животом. Куда ты пошел? Я хотел сказать, с красивым животом. Да. А может быть, там ученый? Очень умный, который создает смертоносные машины для убийств, от которых хейтеры трепещат. Давайте просто освободим его и поймем. Это прикол такой, да? Может, ты науку любишь? Или физику там? Что я люблю? Все понятно, упаковываем его, обратно хейтерам отнесем. Вы совсем? Если его хейтеры держали, значит, он для них опасен. Может, он что-то умеет? У тебя есть суперсила? Нет. Может быть, ты гений ученый? Нет. Может, у тебя там подружки есть, ну, чтобы симпатичные такие? Ну что вы, девушками-то нету. Я так боюсь с девушками говорить. Ой, ну правда. Вставай давай, что расселся? Так, все, давайте собираем его обратно. Стоять, стоять, никуда он не пойдет. Да не просто так его держали, мы узнаем почему. И он останется с нами, понятно? Да. Ну вот и отлично. Пошли со мной, я тебе дом покажу. Пока, пока. Что-то неладное. Может, он умеет в Халка превращаться? Погнали, проверим. Ну, вот наш дом. А здесь прикольно. Какой милый песик. Тебе нравится? Еще бы. О, ты ему тоже нравишься. Хороший пес. Эй, Ксюш, тебя профессор Даня зовет. Пусть подождет. Говорит, там что-то с жужей. Что? Не уходи, я... Короче, пока, я сейчас приду. Пока. Здрасте. Может, ты боевые искусства в совершенстве владеешь? Нет, можно я пойду? Ну ты точно, Халк, тебя надо просто разозлить. Лучшее средство для злости – хороший шапалах. Мега-шапалах! Я переборщила. Ты как? Класс. А как освежает? Наконец-то меня отпустило. Опаньки, приветствую вас, мадемуазель. Чё с тобой? Видимо, я сильно тебя шиндарахнула. А что со мной? Не видишь перед собой красавчика? Его? Да, совсем про тебя забыл. Как говорится, детка, не важно, что снаружи, а важно, что внутри человека. Пацанские цитатки. Может, погуляем? Ты чё с тобой? Я тебя не впечатляю. Нет, мне нравятся сильные. Тогда детка твоя обратилась по адресу. Пошли, покажу свою силу. Тут что-то нечисто. Я хотела тебя еще с Жужей познакомить. Арсений, ты где? Ну, давай хотя бы педальки покрути. Легко. Фига себе! И не такое могу. Да, это все могут покрутить. Да ты че? Да. Когда устроим челлендж, то дольше провисет на турнике. Да легко. Считай давай. Засекаю. Ух ты, да ты так можешь на рекорд пойти. А попробуй так продержаться, например... Ты че творишь? Давай, давай, опускай руки. Ах, ты нечестно, да я тебя... А это прикольно. Ага, пойдем покажу тебе еще пару шуток. Тебе конец. Вот ты где. Пошли, тебе покажу Жужу. Еще с Билли погуляем. Ты любишь собак? Терпеть не могу блохастых. Ты иди, а я сейчас быстренько от мелкой избавлюсь. Хорошо, только недолго. Слушай меня внимательно. Да. Я ненавижу все, что мелкое, шерстяное, а еще с хвостами. Что не пойти бы вам гулять куда подальше со своей жирной сарделькой. Эй, я не сарделька! Ах ты, Жужа, извини. Пошли, Билли. Ксюша, ты куда? Вот вы где, Арсений. Мне как раз нужна твоя помощь. Я чувствую в тебе потенциал ученого. Пошли со мной. Тебе конец, ты где? Я со
создал телепорт. Смотри внимательно. С его помощью мы сможем с тобой путешествовать в любую точку Земли. Представляешь? Мне нужен ассистент, который поможет провести мне это испытание. Ого, круто, профессор Даня. Это же настоящее открытие. Оно точно тянет на Нобелевскую премию. Да ладно тебе. Не, вы правда настоящий гений. Не, ну все, все, все. Продолжай. Гений. Вы будущее этого мира. Ай, ну ладно. Так, я сейчас настрою машину. Сейчас, секунду. Подай мне ключ, не знаю, что он там лежит. Хорошо. Попался, шутник. Слабак. Ебёшь как девчонка. Че это такое? Все нормально, док. Давай, запускай свою шайтан-машину. Ага. Держи. Первое направление на Мальдивы. Жди меня, голубой океан и жаркое солнце. А что мне делать? Отмечай на карте Мальдивы и нажимай пуск. Ага. Выберу тебе Северный полюс. Ура! Получается, я тебе принесу сегодня сувениры. Мне ровно 20 минут до возвращения. 20 минут, и я буду ровно с загаром. Ага, с обморожением будешь. Что ты говоришь? Ну все, меня красотка заждалась. Дина, а ты где? Это не Мальдивы. Эй, о, привет. А сможешь мне дать корм? Конечно, дружище. Эй, ты что делаешь? Эй, прекрати. Эй, ты что делаешь? О, сосиска. Ага. Эй, сосиска. А ну стой, сосиска. Стой, говорю, сосиска. Конкурент. Эй, ты. Чё тебе? Тебе ещё один глаз для симметрии раскрасить? А ты попробуй. Да легко. У меня и вторая рука есть. О, профессор, ваш телепорт работает, да? Работает, на тебе сувенир. Ты чего сердишься, док? Закаляться полезно. Ты чё, сбил сделал? Кто-нибудь скажите сосиски, пусть чуть постоит. Ха, да он теперь не сарделька, а килька. Чё ты сказал? Ой, Билли, что с тобой? Чё с ним? Ты же это сделал, издеваешься? Ой-ой, похоже, у нас проблема. Это был не я. А кто? Это Глеб, похоже, он вернулся. Ты нас за кого держишь? Ребят, хватай его! Стойте, вы не понимаете, это моя вторая личность. Чего?